много препаратов, которые восстанавливают и обеспечивают стабильную циркуляцию крови. Нарушение стабильной циркуляции есть при каждом заболевании. Оптимальным препаратом, который у нас работает для восстановления нормальной циркуляции, являются препараты дегидрокварцетина. Препараты дегидрокварцетина в различных его названиях и состояниях улучшают текучесть крови. Для того, чтобы не нарушалась вязкость крови, мы применяем артишок, желчегонный препарат, который позволяет не сгущать кровь.